Продолжаем выпуск. С начала года по области зарегистрировано 7 степных пожаров. 3 из них в Жалагашском районе. В результате сгорело 22 гектара леса. По данным Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в ходе в регионе около 52 тысяч гектаров леса относятся к категории пожароопасных. Это рощи вдоль Дарьи. Среди причин пожаров на этих участках – гроза, жара. Но есть и рукотворные окурки, непогашенные костры. Среди причин пожаров также сжигание сухой травы во время подготовки полей к посевной.